Ассаламу алейкум. С вами Магомед Ялхаро. Представляю гильдию гидов Ялхаро. Нахожусь я в Гунибском районе, в районе Гергебля, поднимая сторону Гуниба. Внизу протекает аварская Койсу. Аварская — это понятно. Аварцы здесь живут, Койсу — это тюркское название, овечья река. Су — это вода, река. То есть вода для овец, вот что-то в этом роде. Виды, конечно, здесь очень веселые. Сейчас закат. Горы без леса и сплошные скалы вертикальными пластами. И вон внизу течет вода. Вон более-менее расширенное место, там Гергебель. С зеленкой здесь проблемы не вызывает на этих скалах, а только кроме мелкого кустарника ничего основательного здесь нету. Ну, поэтому здесь жили мастеровые ребята, делали хорошее оружие, в кубачах умели обрабатывать медь, серебро, золото, в районе Хунзаха глиняные кувшины. Ну, как говорится, разделение труда. Тем и славился Дагестан и в средние века, и позже, что здесь рукастые ребята жили.